Всем привет. Идем зачищать основную базу долга. Ну, как мы ее зачистили, но тут вот они сидят все-таки. И мозг нам канифорит. Надо их зачистить всех полностью под ноль. Не, ну это хамство. Убери оружие. Прячь игрушку. Ты, чувак, я вам помочь хочу. Так, давай, сохраним. Ты это! Не забрадничай! Ствол спрячь, а! Так, одного завалили. В принципе, нормально. Бронебойными патронами. Это винтовочка, ничего стреляет. Не, ну это хамство. Убери оружие. Ага. Есть. Отлично, я завалил, который в экзе. Нормалек. Сейчас мы их по чуть-чуть всех завалим. Опа, пробежали сюда. Вот она, эта снайперка моя. О, отлично, так, все, сохранились. Сохранились. Так, мы сейчас, чувствую, пойдем опять на базу. Сколько тут народу, а? Взяли ту снайперку, которую мы хотели. Ох, сейчас пойдем опять на базу свободы прокачивать ее. О, а что у меня винтовка убралась? Отлично, винтовка убралась, а меня убили. Супер. Так, мы все, идем. Нас, короче, убили. Блин, странные кексы. О, опять меня убили. А я офигею вообще. Значит, я как бы в здание зашел. То есть у меня винтовка убралась, как будто я, ну, как бы в безопасной зоне. И тут меня валят, блин, долговцы. Я офигею вообще. Так, в общем, появился у нас в свой уголок зажег, появилась винтовка. Так, я на первом... Опа! Так. Сохранились. Аптечка, сохранились. Хорошо, что, блин, был обычный сталкер. Так бы меня завалили на раз-два. Так, ну давай это все у них соберем. А че их тут столько много, блин? Я валяюсь. Ох, я перегружен, надо выкинуть что-нибудь, а то меня сейчас завалят нафиг. Да выбежать отсюда. О, да. Давай мы отсюда выбежим. Сохранимся. Блин, столько мне мы все нужного нашли там. Так. Скинем это. Блин, снайперку нашли, которую мы ходили. СВУ МК-2 называется. Так, все, мы это скинем. Мы же там будем еще оружие после них подбирать, а оружие у них там нифиговое. Все, сохраняемся, идем дальше. Этих валить кексы. Потому что это не нормально. Ты это! Не безобразничай! Ствол спрячь, а? Прячу, не переживай. Да, сколько тут этих завалили кексов. Я прям валяюсь. Война тут у них шла. Посерьезки.
Так, сейчас все соберем. Так, там их. Ты стрелять собрался или разговаривать? Убери ствол. Так, все, идем дальше. Не, вот это хамство. Этаже, убери, кажется, оружие. Тусуют, если я не ошибаюсь. Сейчас по чуть-чуть их всех сольем. И всю базу завалили, а трех, блин, сталкеров мы завалим. Да, на третьем этаже все. Около основной базы долго. На, лови. О, блин, а где они все? Что, все, что ли? Ах ты, завалил меня он, козел. Так, ну давай, выходи. Сидишь там, вылази. Есть, одного вальнули. Так, ну чё, всех там больной или ещё есть? База долго. Ага, вот его ноутбук. Ноутбук закрылся, прикольно сделали. Вот, клинит она быстро это оружие. Так, ну чё, всех больной что? Получается всех. Да, красных нету. Все, всех вольнут. Они, конечно, потом опять отреспятся, но... В принципе. Пусть респится, это уже не наши проблемы. Мы... То, что они желтые, вот это нам не нравится. Давай-ка мы, может быть, какой-нибудь квест от них выполним. Вернее, для них. Ты стрелять собрался или раз... Ничего. Ну, не хотите, как хотите. Выбросим всякую фигню. Будку тоже выбросим, кабацу сожрем, тушенку сожрем. Это выпьем и один антирад. И вот это выкинем. Использовать и выбросим. Поели, попили. Флешку мы так ему не принесем. Так, ну самое главное, мы все-таки нашли снайперку, которую мы хотели. Ух ты, мы так не пройдем. Давай оставим всякую фигню, мы даже за ней забегать потом не будем. А нафиг нам нужна? У нас денег дофига сейчас, правильно? Yeah.
Так, перегруз у меня. Ну ладно, давай-ка. Мы выбросим гром. Не, гром мы возьмем. Мы выбросим вот это. Вот так вот. Дайте пройти. Не, ну вы, чуваки, совсем офигели. Как мне выходить теперь? Я понимаю, вы там кого-то выцепляете, но... Нет, дайте пройти. Тоже мне кексы. У них какой-то тут кипиш. Все хвальнули, что они кипишуют. Так, все, переходим мы, короче, на эту. На нашу базу. В темную долину. Опять на базе мы. Свобода. Все-таки думали, все-таки пойдем захватывать уже. Но мы нашли винтовочку, которую мы так долго ждали, долго не могли найти ее. Ну, здорово, приятель! И разошлись, как в море корабли. Эту винтовку, без сожаления. Эту продаем. О, тут калаш с этим. С подствольником продаем. Продаем это продаем. Это продаем. Так, это не наша, вот эту продаем. Покупаем патроны. Так, ну в общем, выброс. Давай мы. Так, эту снайперку. Да мы тоже продадим, наверное, нам нафиг не нужна. Так, ладно, пойдем. Подождем, как закончится выброс. Ставим на ключевую точку тут. Все, на этом наше видео заканчивается. В следующем видео мы подождем, когда кончится выброс, и продолжим запись. До встречи.